с Хавом пришли в музей футбола. Ты любишь футбол? И я нет. Но мы пришли. Музей расположен в каком-то здании, которое, видать, было здесь бывшим стадионом. Ссылку на английский не переведено ровным счетом ни хрена. Мы не очень понимаем, что мы смотрим, но очень тщательно разглядываем. Мы зашли в какой-то зал, здесь интерактивчик пошел. Крутите барабан у Харов. Ну хоть не газа. Смотри, специальная клетка для бабского футбола. А я тебя искал два круга уже, обошел два какого-то телевизора. Я прячусь, обрабатываю ручки. В общем, мы ничего не понимаем, перевели на глухонемой, но на английский не перевели. Поэтому либо учите португальский, либо глухонемой. Глухонемецкий. Глухонемецкий язык, да. Похоже на выставку того, чем кидались в игроков. Носки, голова, куклы. Деды, не знаю, что это. Кокос. Маликами тут все на плац. Вот это мой понял. Модельный мяч. А, или это может быть чем играли, пока не было мячей? В конце года будет аттестация ежегодная у ЦСРКОС, где-то ноябрь-декабрь месяц. Я приложу все усилия, которые от меня зависят, чтобы ее пройти. Также в конце года, в конце ноября, будет Мундиаль. Это очень крупный турнир Южноамериканской Федерации CBJJF. 4 дня. Планирую на нем выступить, выйти в максимально хорошей форме, показать класс. Уха, давай бегом. Я смотрю, что у тебя... Standing up, never on the floor. On the floor. So why do you lie just like that? Cause I'm fit to be tied and I'm finna fight back. Monkey, get off my back. If you don't know how to act, yeah, cause you're walking at a knife. Yeah, you acting brand new. I know you a hottie, but you finna catch karate. Wax on, wax on, wax off. It's gonna be a stand on your horns. You acting brand new. I might have to hit you with that verbal jujitsu. Wax on, wax on, wax off. Then we gonna take our clothes.
делаешь. Яйка, что вообще происходит? Объясни, пожалуйста. Короче, очень крутая штука, на самом деле, свободная отработка, при этом отработка связана с заданием. То есть нам сказали делать проход на 2-3 движения, завязанных на неслайде, либо лонгстепе. Это было первое задание. Сейчас то же самое, плюс в конце добавляется любой сабмишн, который ты хочешь с этого положения получить. Ты прошел неслайдом, оказался в сайд-контроле, сделай сабмишн. Прошел лонгстепом, сделай сабмишн. Ребята, рычаг делают, там одушка. Ухаров, почему ты сидишь у стены, как страшная девочка, которую не позвали на медляк? Ты в этом вопросе уже ответил. Сейчас легенький борется, а я еще не легенький. Поэтому я во вторую смену пойду. Ты стремящийся? Стремящийся? Стремлюсь к 76. Годам? Да, весам. Миша меня подначивает бороться с пятикратным чемпионом мира. Так ты же прогрессировать сюда приехал? И или дело клапать? Как пойдет. И пойдут джиу-джитсу, пойдут девки. Я, короче, стою вот здесь красивый. А там, короче, сзади он Ухаров ползет, его пятикратный чемпион мира мучает. А он попросил не снимать, поэтому съемка ведется вот таким вот образом. С моим жирным лицом в кадре. Тёмыч, прости, на самом деле мне ни чуточки тебя не жалко. А, посмотри, как работают профессионалы, очень даже интересно. А, как твои ощущения? Ну, я не чувствовал ни одной стороны для ухода. В какую бы сторону я ни пытался двигаться, везде бетонная стена. Хотя я немножко поснимал схватку при помощи как бы самосъемки. Я снимал свое жирное лицо, а на фоне тебя пиздец, как собаку. Ну, вообще просто... Ни одного из стороны, то есть куда бы я ни двинулся, везде он держит. Тебя, короче, похвалили, типа, что ты с ней еще не плакал, как бы. Да, я понял. Видео, это видео. Даже в своей косте есть цветовая дифференциация штанов. И это отсылка к старому фильму «Кин-дза-дза». Ты, наверное, такой не смотрел? Очень крутой тренер. Это тренировка на 5 часов по будням с понедельника по пятницу. Он сам активный компетитор. Очень много выиграл по IGP, по IBJF. Там чемпионка по поди. Постоянно в суперсхватках участвует. С ребята, кто следят за тяжеловесами, его знают. Он был фаворитом на гранд-слэме. Чуть-чуть ему не повезло, одним адвентажем, по-моему, проиграл. Ну, могу ошибаться, но там равная вообще схватка была. И в целом он один из немногих, кто является крутым компетитором и при этом крайне доступно объясняет информацию. То есть я не знаю португальский, там плохо понимаю английский. Умудряюсь понять то, что он пытается донести. Не говоря уже про ребят, здесь все от белого пояса до черного. Там он показывает технику одну на неделе, к концу недели все ее делают идеально. То есть у него прям свой подход, очень грамотный, и при этом очень хороший человек, добрый, адекватный. Так что так. Я загружен всяким хламом, скамом. На фоне красивого рассвета в Сан-Пауло. Нахожусь в аэропорту Конгоньес. Это такой внутренний аэропорт Сан-Пауло, да, не тот, куда я прилетал. И сейчас я полечу отдыхать во Флорианополис. Я 2 недели плотно потренировался, да, утомився, и надо отдохнуть, посмотреть другие города, наконец-то.